У каждого человека имя есть любимое. Лариса Андреевна, вы неповторимая. Мою маму тоже зовут, кстати, Лариса. На нашей все эстраде вы как директриса. Советская ведущая, она еще актриса. Как же я люблю вас, моя Лариса. Артистка вы заслуженная Российской Федерации. Хочу, чтоб каждый день собирали вы овации. В Оренбургской области родилась Лариса. Я рэп читаю сердцем и на лейбл не подписан. Надеюсь, вы поможете мне обрести любовь. Хочу я в этой жизни влюбиться, мама, вновь. Девушку любимую, хочу себе красивую. Хозяйка, чтоб была и сильно неревнивую. Радость и любовь, чтобы мне дарила. И творческую жизнь мою ты полюбила. С друзьями, чтобы ты моими подружилась. И чтобы к алкоголю никогда не пристрастилась. На передачу к вам хотел попасть я сильно. Простите уж меня, но не выгляжу я стильно. Простой обычный парень, Саратова я сити. Не слышал никогда, я Цоя лучше Вити. Где ж моя любимая, женщина моя? В космос я отправлюсь, как Гагарин для тебя. Почему так сложно найти мне человека, чтобы я любил хотя бы четверть века? Гузеева Ларис, помогите мне, пожалуйста. Я не допущу в жизни больше слабости. Девушку найдите, и чтоб стала мне женой. Хочу ей довериться и секреты все открою. На сексе ведь одном далеко ты не уедешь. Гузеева Лариса, познакомьте меня с леди. Поженимся давай, это космос-передача. Желаю вам, Лариса, здоровья и удачи.